глазах. Я понимаю, конечно, внутри вас скопилось какое-то количество влаги, но постарайтесь удержать ее в себе. В конце концов, если вам приспичило сходить в туалет, вы же не будете это делать, просто приоткрыв дверь своего автомобиля на ближайшем перекрестке. Ну, я надеюсь, что не будете. Будьте людьми, а не пи***ть.